сироты 10 человек осталось наши. Будет хорошо. Ты же сам всегда говоришь, что будет хорошо, мы всех победим. Ты же всегда так говоришь. Уже нет. Все будет хорошо. Я так. Больше нет, Тася. Хватит. Ты всегда так говорил, и так оно и будет. Я нас просто кинули, Тань. Сейчас 1 числа просто дали по любой, и все. И то, что там все говорят, то, что не слушайте новости, ничего не слушайте, не смотрите. Я не смотрю, я не могу. Я просто живу не тем, то, что как ты говоришь, все будет хорошо, мы всех победим, я тебя с этим словами жду. Все, после 1 числа я понял то, что ничего невозможно, ничего не будет. У нас два путя, либо 200-ми, либо 300-ми вернуться домой, все. Ты совсем что ли? Я тебе говорю то, что есть, как. Законченное ебучее правительство. Поняла? Поняла, слышишь, как-то, я поняла. Вот и все. Ты вернешься домой, я знаю. Другого быть не может. А вот тебе? Да ничего, сидит, смотрит, налопался опять. Ой, никак не объяснил, что нам честь нельзя. Он же бабушке сказал, что ему 6 лет, что он сам все решает. Делайте так, чтобы Вадим вашей в армию не пошел. Как сделать это? А? Как это так сделать, говорю? Все делайте, чтобы он в армию не пошел. Там... Как его начнут там призывать там туда-сюда, там не будут нас засекать, выходить, если то мамку проси, пускай Евгену там кого-нибудь подключает, скажи, чтобы все сделали, чтобы его в армию не забрали. Это мое будет последнее, то, что я хочу. Перестань, последнее. Перестань. Ты меня услышал, что я тебе говорю? Я услышал, в смысле. Ты меня слышишь, что я тебе говорю? Я слышу тебя, да, я слышу их. Говоришь, чтобы он нахуй всеми любимыми возможностями отмазали, чтобы никто не пошел в армию больше. Слышишь меня? Я слышу. Вот и все.